Доброго времени суток, мои дорогие зрители, подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Life Toro Надежда. И насколько я помню, в прошлом раскладе срочное сообщение от вашего мужчины. Расклад закончился на вот этой карте. Колоду не меняю, карту оставила ту же самую. На полном ходу была полная остановка. Поэтому обещанное видео, что происходит в его жизни, мы сейчас с вами посмотрим. И что там за полная остановка? И в том раскладе мы смотрели короткий фрагмент из последних новостей из его жизни. Поэтому если вы этот расклад еще не смотрели, я вот здесь вот вам оставляю ссылочку на него, чтобы вы могли посмотреть и увидеть, с чего все началось. А сегодня мы посмотрим более полную ситуацию у его жизни. До того, как вы начнете смотреть видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Это самое минимальное, что можно, наверное, сделать по физическим действиям, но вы не представляете, насколько это огромная помощь для меня и для моего канала. Не забывайте, пожалуйста, про VPN, не забывайте, пожалуйста, про дополнительные ресурсы мои. Это Telegram, это Яндекс.Дзен, это TikTok. Там вы меня всегда сможете найти в случае чего. Ну и давайте будем смотреть. Начнем с сигнификации. Таро девиантной луны. Колода, напомню, для тех, кто не знает, еще и не сталкивался с этой колодой. И, кстати, хочу поприветствовать новых подписчиков. Хочу сказать вам добро пожаловать, располагайтесь в нашей уютной семье. А всем моим постоянным зрителям я говорю огромное спасибо за то, что вы со мной. Ну и давайте начнем смотреть. Итак, ваши отношения на данный момент. Как-то вам уже не интересен этот мужчина стал. Много чего нехорошего он вам принес. И вот буквально, да, вот, что говорите, ай, все, да. Разочаровал здесь, расстроил. И стал не таким интересным, не таким ярким, как он был для вас когда-то. А мужчина ждет удобного времени. Мужчина для себя. Вы, кстати, очень... сочетаются между собой вот эти карты. Вот посмотрите, да, здесь бокал, из которого вылетает капля крови. И здесь у нас человек, который делает прокол в дереве, не знаю, может быть, березовый сок собирает, да, ну, скорее всего. А тут капля крови. То есть, что здесь мы четко можем понять, что вы уже нахлебались с ним, да, всяких неприятных ситуаций и его поступков. И этот мужчина вам уже, вот, ну, не такой король, каким он был в ваших глазах когда-то. А для него кажется, что вы сейчас пострадаете, вы сейчас место себе не найдете, пятый угол будете искать, потому что вы же будете страдать, вам плохо. И он считает, что это его манипуляция, вот доставление вами боли, да, вот исчезновения какие-то, там, блокировки, заставит вас пересмотреть свое поведение по отношению к нему, и вы на многое будете согласны. Особенно, мои хорошие, что если вы сейчас по отношению к нему бездействуете, он считает, что чем больше или дольше он будет выкобениваться, тем быстрее вы появитесь, потому что вам плохо. До него не доходит, что его поведение здесь не спровоцирует вас подломиться, здесь не спровоцирует вас, ну, как-то сказать, ладно, я не хочу страдать, мне без него плохо, я буду с ним. Эта ситуация подводит вас к разочарованию, когда вы уже не считаете его таким вот ярким светом в окошке, каким он, скорее всего, когда-то был. Почему говорю «скорее всего»? Потому что здесь король жезлов, который показан, ну, такой вот прям горячий мужчина. Мужчина, который практически мечта, который зажигает, обвораживает, который заставляет о себе постоянно думать. Такой вот харизматичный, яркий. Ну, вот он, видимо, здесь чересчур зазнался, вот считая, что вы не сможете без него и в своих страданиях придете к одной единственной мысли, это к возвращению к нему. Но еще какой момент, что если вы проявите выдержку
такую вот феноменальную выдержку, если вы никаким образом не будете пытаться с ним связаться, как-то маякнуть ему, намекнуть там с помощью соцсетей, да, вот такие вот невербальные намеки, я там песенку грустную поставлю, я там статус двусмысленный, потому что такая форма связи, она между вами работает, да, вы не видите, но между вами еще отношения продолжаются, потому что как-то вы друг другу умудряетесь здесь посылать сообщения, да, даже если это не физически от человека к человеку. Так вот, если вы проявите вот такую стратегию, поверьте, не дождавшись вас, а у него уже вот этот сценарий запущен возвращение, он будет делать сам все возможное для того, чтобы вернуть вас, да, спровоцировать вас на возвращение, либо будет делать сам попытки в сторону того, чтобы наладить с вами связи. Я не говорю здесь о том, что он будет совершать геройские поступки, да, наконец-то там согласиться на все ваши условия, там, ультиматумы. Нет. Но попытку вас вернуть или попытку вернуться в вашу жизнь, там, заговорить с вами, снова начать общаться и так далее, это точно будет сделано. Вот поэтому смотрите, здесь ситуация, когда кто кого. Либо он вас, либо вы его. Ну и давайте смотреть, что происходит в его жизни сегодня или сейчас поподробнее. Что происходит в его жизни сейчас? Вот почему-то здесь, знаете, какая информация интересная идет? Королева мечей и королева пентаклей. Какая-то женщина здесь сейчас, она чуть ли не на счетчик его поставила. Какая-то женщина сейчас использует его в своих меркантильных целях. Должен работать, должен зарабатывать, там, не знаю, должен ей ремонт делать. Если зарабатывать он не может, не получается, то должен здесь рассчитаться там, или расплачиваться, рассчитываться в виде своих вложений. Деньги, деньги, деньги. Там рядом с ним в любом случае здесь сейчас есть барышня, кто она ему там, жена там, знакомая, мало знакомая и так далее, которая из него сейчас будет выкачивать деньги. А он в шоке. А он от этой женщины не этого ждал. Он не знал, что он окажется в такой ситуации. И она из некогда, знаете, вот такой вот порядочной, такой вот какой-то хлебосольной, готовой прийти на помощь, там, подсказать, помочь, оказалась женщиной, которая сейчас качает в прямом смысле права и теперь поставила его в обратную ситуацию. Не я тебе, дорогой, буду давать, ты такой молодец, да, ты такой фантазер, это ты мне сейчас должен. Потому что здесь, видите, какая королева здесь точит свои ножи, свои мечи, вот, и просто здесь вот капля крови. В шоке он, посмотрите здесь, отшельник в шоке. Он думал, что рядом с ним человек, который его союзник, человек, который его добродетель, добродетельница. Да, здесь дважды, видите, здесь две женские фигуры. Это не может быть мужчина, это женщина. Да, в иных случаях здесь там одна жена, другая мама, там дочь, там сестра. Никакого значения это не имеет. Имеет значение то, что одна конкретная дама сейчас, ну вот почему идет, я не знаю, поставила его на счетчик. Денег он ей задолжал. Или она считает, что он теперь ей должен денег. Он рассчитывал на комфорт, он рассчитывал, ну, на компанию, да, что рядом с ним будет человек. А в этой ситуации он оказался, ну, вот просто здесь в шоке. Он в диком шоке от того, что сейчас происходит в его жизни. Ну, здесь карты говорят, ибо нефиг, потому что он здесь это заслужил. Это его личный кармический урок, который он здесь должен пройти, а по всей вероятности здесь не пройдет. Поэтому страдать, ну, вот в таком вот в одиночестве, в ощущении, что от меня что-то хотят, а я по факту никому не нужен, а только что-то должен, это ощущение будет преследовать здесь его долго. И будет, кстати, пытаться вернуться обратно. Ну-ка, к вам здесь. Да, да. Вот посмотрите, его жизнь сейчас, по его представлению, дала трещину. Это не та жизнь, о которой он мечтал. Это та жизнь, с которой он столкнулся вот в действительности. Вот, и просто офигел от того, что его могут так вот конкретно использовать. Но здесь использование я по-другому здесь не скажу.
И нет, чтобы решить вот этот урок, его пройти, осознать, да, почему ты попал. Никто виноват, да, а почему именно ты попал в эту ситуацию. Нет, он здесь будет пытаться вот просто слинять какими-то здесь заборами и огородами. И, конечно, здесь появление, вот почему здесь карты, да, вот смотрите, показываю. Здесь он считает, что вы сама здесь приползете, прибежите, и все, да, вся такая в слезах, в соплях и в расстроенных чувствах. Все, милый, дорогой, я без тебя не могу. Но если вы не появляетесь, он сам, вот этот сценарий, как я уже говорила, он запущен, и он будет в любом случае проигрываться. Поэтому если вы создаете здесь полное такое безмолвие и не интересуетесь его жизнью, как только там у него начнет все рушиться и падать, девочки, вы сами удивитесь, как быстро он здесь появится. Это будет его запасной выход. И запасной выход, если вы его не замуруете, да, и не закроете там, не забаррикадируете этот запасной выход, он будет в вашу дверь. Ему некуда будет деваться. Поэтому, если вы его пускаете, его кармический урок на какой-то момент откладывается. Если вы его не пускаете, здесь он будет пытаться выкручиваться. Потому что в данный момент, так или иначе, у него есть два запасных аэродрома. Вот один, в котором здесь его скрутили уже в бараний рог, а второй вариант вот это вот просто взять и попытаться выскользнуть и сбежать от того, что происходит. Все. Соответственно, пока обе двери открыты, он в эти обе двери и будет бегать. Похоже, вы однажды здесь свою дверь немножечко прикрыли, и он оказался сам по себе, вот в той единственной комнате, на том единственном стуле. Ага, некомфортно. Да, там стали что-то требовать, там стали что-то ждать. Поэтому что он будет делать? Снова будет вспоминать, что есть же еще второй стул, да, который у меня когда-то был. Надо попытаться вернуться. И вот это вот прыгание со стула на стул здесь можете прекратить именно вы. Кармический урок, он здесь в любом случае будет проходить. Просто вы можете, как позволить его уроку растянуться, так и можете быстрее спровоцировать на то, чтобы он все наконец-то осознал. Вот она карта. Здесь мужчина в недоумении от того, что происходит. Хочется уснуть, проснуться и понять, что это был сон, чтобы все было хорошо, а не получается. Здесь мужчина, да, действительно расплачивается за свои какие-то вольготные поступки, за то, что когда-то имел неосторожность завести треугольную ситуацию. Не обязательно здесь две женщины, но как вариант здесь да. Потому что карта влюбленные, тройка кубков, тройка пентаклей, тройка мечей. Ну, классический такой треугольный сценарий. Но здесь что может быть? Мужчина холостой. И отношения с вами, которые совсем не мешают его холостой жизни. Да, я живу сам по себе, с тобой мы встречаемся. Вот тоже такой себе треугольник, да, в котором присутствуете вы, вот, и его необремененная семейными отношениями жизнь, да, там друзья и так далее. Здесь может быть вы и его мама, здесь может быть вы и его образ жизни, там работа, вахты и так далее. Здесь может быть вы в одном городе, он в другом городе, и мотался на эти два города, определиться никак не мог, да, там квартира или дом, и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь любитель сидеть на запасных аэродромах, да, на двух стульях. И, собственно, его здесь прихлопнули, здесь сказали, все, все, дорогой товарищ, хватит, хватит, хватит. Несмотря на то, что рядом с ним сейчас кто-то есть, посмотрите, в каком он здесь шоке присутствует. Сердце разбито, да, одиночество здесь, ощущение, да. А по факту здесь кармический урок, который надо, дорогой товарищ, проходить. Ну и запасной вариант. Вот он, запасной вариант. Вот так вот сделаем, да? Запасной вариант. Печаль, да, для него печаль. Шок, да, для него шок. Для него полнейший здесь шок. Одна карта здесь отшельника, чего только стоит. Обычно это мудрость же, да? Обычно это спокойное состояние, когда одиночество тебя не пугает, и наоборот находишь в этом
потребность, ты находишь в этом смысл, но не в этой колоде. В этой колоде шок, паника, здесь ситуация, когда ты не знаешь, что ты делать, никакой помощи рядом с тобой нет, и тот, кто мог, помог, вот здесь тоже, похоже, сдох, да, вот. Почему говорю сдох, здесь непонятное животное. Ну и давайте вишенка на торте. Что у нас здесь в качестве вишенки в жизни вашего загадного мужчины? Тяжело, да? Тяжело. Он даже хотел бы куда-то сейчас уехать, поехать, вырваться, не знаю, переехать. А не получается. Не получается. Здесь, посмотрите, здесь его постоянно ругают. Сделал все не так, пошел не туда, вернулся не во столько, не столько денег принес. Вот здесь шоковое состояние от того, что он хотел бы либо проснуться и понять, что это сон, либо просто сбежать. Он везде сейчас плохой, да? Вот со всех сторон здесь плохой. Да что ты сделал? Да посмотри. Да ты сам все натворил, да? Ты сам виноват. И поэтому он хотел бы, чтобы вы искали здесь пятый угол, да? Вот не знали, куда себя деть. А по факту здесь получается, что он здесь ищет пятый угол, и он просто в шоке от того, что происходит. Ну, вот так вот. Сам заслужил, кстати, дно карты здесь. Карта страшного суда. Здесь действительно уроки он проходит жестко, и он их в любом случае должен пройти. Только, видите, мы видели лазейку, по которой он может сквозануть к вам и на какой-то момент спрятаться от этого урока, пока вы его снова... Вы видите, вы его спровоцировали в прохождении урока, когда перекрыли доступ к себе. И он оказался там, где как раз-таки и сложились все обстоятельства для того, чтобы он наконец-то начал что-то понимать. А он уже, видите, здесь думает, куда убежать. Я в шоке и вообще вот просто хочется, наверное, превратиться в ветер и просто взять и в открытую форточку вылететь. Ну, вот такая вот здесь ситуация. Девочки, именно для вас в последнее время делаю расклады много-много на тайны, на личную жизнь, на что откроется, что ждет и так далее, и так далее, и так далее. Вы просите, вот, что вы не знаете, что вам скоро откроется. Интересный расклад получился, неожиданный, я бы даже сказала. Поэтому добро пожаловать к просмотру. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарии. Лучше несколько. Это будет ваша поддержка для моего канала. Моя мотивация и мое стремление делать еще больше и больше для вас раскладов. Вот здесь вот кнопочка подписки в центре. Круглая аватарка тоже можете нажать, и вы сразу подпишетесь. Все, мои хорошие, я с вами надолго с вами не прощаюсь. И до встречи в новых видео. Пока-пока.